В начале ноября в детской художественной школе открылась международная выставка «Мост дружбы». На ней представлены работы американских детей из города Маккинли, штата Техас. Ученики художественной школы с непритворным интересом отнеслись к рисункам иностранцев, и многие из них изъявили желание участвовать в обмене творчеством. Они очень красивые были. Больше всего мне понравилось то, что где была рука нарисована, там разноцветные там. Вот. Я очень люблю английский язык и хорошо учусь. Мне понравилась эта выставка тем, что они показывают свое мастерство как бы вживую. Они пытаются выразить свои мысли и работают они красиво. Они очень хорошо рисуют, хорошо делают поделки. Мне нравится то, что они заканчивают свои работы и как бы дополняют туда свою душу. В их рисунках используются очень интересные технологии. Например, один рисунок был сделан из бумаги разноцветной, и там вырезали квадраты. Из этих маленьких квадратиков уже создавалась картина. Подобный обмен искусством происходит ежегодно. Вместе со своими работами дети посылают всевозможные поздравления и электронные адреса для непосредственного общения. Юные художники из России поздравляют своих сверстников из штата Техас с Рождеством и наступающим Новым годом. Ну, я поздравляю детей, которые живут в Америке, и желаю как бы им счастья, здоровья, чтобы они также учились рисовать. Я желаю им, чтобы 2014 год прошел счастливым, и он был удачным. И пусть в год лошади у них исполняются все желания. Чтобы они не болели, и чтобы у них в жизни было много радости и счастья. Никогда ничего плохого не было. С Новым годом! Я желаю, чтобы вы так же красиво рисовали, чтобы у вас появилась такая замечательная школа, как здесь, Кумертау. Тема Нового года очень красиво отражена на рисунках детей. Она является одной из самых любимых. Юные художники очень любят новогодние праздники и с удовольствием воплощают свои идеи в творчестве. Я люблю очень зиму рисовать. Вообще их надо рисовать красными гуашью. В лете больше красок, там ярких, а зима – спокойное время года. Там больше всего немного цвета, которые… Более холодные оттенки. Да, и они немного… Радость придают тем, что Новый год, а все остальное как бы холодно зимой пытается выразить. Я люблю рисовать главных героев, сказочных героев, Снегурочку и Дед Мороз, она так называется.